Бутерброды и закуски являются неотъемлемой частью праздничного стола. Без них стол выглядит пустым и скучным. Давайте я расскажу вам, как приготовить бутерброды на Новый год в виде поросят. Нам понадобится икра мойвы в соусе, но не классическая белая, а с копченым лососем, замечательного лососевого цвета, который отлично подойдет к лицу нашим поросятам. Элементы лица я буду делать из моркови и маслин. Возможно, вы придумаете из что-то. Приступим. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Морковь заранее отварите, очистите и остудите. Багет нарежьте порционно, примерно по 1 сантиметру толщиной. Сначала намажьте сливочное масло, затем икру. Приступим к декору. Нам понадобится кондитерская насадка с узким круглым наконечником, как на фото или другие вырубки. Морковь нарежьте кружочками. Широкой частью насадки вырезаем пяточек, узкой частью делаем в нем 2 дырочки и глаза из кусочков маслин. Треугольники из моркови будут ушками. При желании добавьте ротик. Узкая дуга для рта получается, когда из кружочка моркови вырезаем пяточек. Вот такие простые элементы и наш поросенок готов. Выложите поросят на зеленую поляну из листьев салата и подавайте к столу. Приятного аппетита!